Друзья, всем привет! Это промо-обзор. Меня зовут Арут, вы на канале Румиком. Давайте начинать. Сегодня поговорим про увлажнитель для кожи. Зачастили на самом деле с увлажнителями воздуха и так далее, но тем не менее гаджет очень полезный, и давайте посмотрим вместе, как им пользоваться, для чего это нужно и что, конечно же, входит у нас в комплект. В комплекте сам портативный увлажнитель. Вот такой вот дизайн, похожий на самом деле на колпачок с духами. Не знаю, что-то новенькое. Давайте пока отложим в сторону. Далее в коробочке у нас инструкция на, как всегда, нашем родном китайском языке. Пользоваться мы этим, как всегда, не будем. И, конечно же, кабель питания. Хочу отметить, что это не обычный microUSB. Это коннектор магнитный, в принципе, похоже на такой же, который кладут вместе с Mi Band. И смотрите, как работает. Просто прислоняйте, и все. Блин, почему такого нет в моем смартфоне? Посмотрите, как это удобно. Восхитительно. Убираем пока что все в сторону, больше в комплекте у нас ничего нету. Рассказываю, для чего эта штука нужна, как она работает и так далее. Нужен этот увлажнитель для поддержки водного баланса вашей кожи. Здесь имеется отсек для воды, который имеет емкость 16 мл. Да, такой маленький отсек, которого хватает на самом деле надолго. Сюда мы нальем водички, чтобы наглядно показать, как все это работает. Конечно же, как всегда, у меня здесь есть под рукой вода. Специальная, питьевая, подготовленная. О, да. Делал я это максимально аккуратно, но немножко разлил. Далее закручиваем обратно. Вот так вот. В принципе, здесь хорошая изоляция. Можно кинуть в рюкзак, в сумку, и у вас ничего не прольется. Можно об этом не беспокоиться. Далее здесь имеется рычажок для включения и выключения. А чуть ниже есть секретный датчик, про который я расскажу чуть позже. Каким образом это все работает? Вы просто опускаете вниз этот рычажок на кнопку включения. Здесь, собственно говоря, и написано off и on. Вы просто опускаете вниз, и в этот момент он включается и начинает распылять влагу на вашу кожу. Просто подносите очень близко, и таким образом ваша кожа обогащается необходимой влагой. О, как же это приятно. Просто можно, на самом деле, пользоваться летом, когда очень жарко и сухо, допустим. Конечно же, не в наших реалиях, но тем не менее. Можно обогащать кожу влагой, и это очень приятно. Ну и для того, чтобы прекратить распыление влаги, достаточно просто поднять этот рычажок обратно. И все. Вот таким вот образом он выключается автоматически. Ну и, конечно же, секретный датчик, про который я вам сейчас расскажу. Откручиваем нижний колпачок. Здесь имеется два вот таких вот коннектора. Каким образом они работают и для чего это нужно? Вы прислоняете этот датчик к любому участку вашей кожи, и он автоматически проверяет, нуждается ли этот участок в обогащении влагой. То есть, смотрите, наглядно показываю. Прислоняю к сухой руке, здесь нету воды, и просто загорается красный индикатор, говорящий о том, что нужно увлажнить этот участок кожи. Давайте попробуем увлажнить этот участок кожи вот таким вот образом. Так. И теперь попробуем повторно прислонить. Смотрите. Теперь загорается синий индикатор, говорящий о том, что на этом участке кожи имеется достаточное количество влаги. Это очень удобно, это очень практично, нужно для тех, кто действительно хочет ухаживать за своей кожей, снимать старый макияж, допустим, либо же просто страдает от сухости воздуха вокруг себя, и можно постоянно увлажнять кожу своего лица и не только. А на этом все, друзья. Не забывайте о том, что этот увлажнитель и многие другие гаджеты Xiaomi можно приобрести в нашем интернет-магазине Rumi.com по ссылочкам в описании к этому ролику. Вы же не забудьте подписаться на канал, оценить этот ролик лайком, либо же дизлайком и оставаться с нами. Меня зовут Арут, с вами прощаюсь, увидимся в следующих роликах. Пока-пока.